Конечно, люблю. Ну ладно. Маша! Маша, ну ты не секунду. Ну привет. Блин, приперлась, все испортила. Давай, может, потом? Нет, Маша, сейчас. По-вашему, это нормальное поведение в школе? Еще и в классе целуетесь. Валентина Ивановна вообще в курсе, что здесь происходит? Да что ты прицепилась? Иди сядь на место и помалкивай. Давай потом, она все тете расскажет. Блин, понабирай новеньких, не портит здесь все. Да, Маш, я была лучшего мнения о тебе. Какого мнения? Ну, у тебя такая уважаемая тетя. Я думала, ты воспитанный и хороший человек. А ты занимаешься непонятно чем и непонятно с кем. Что ты вообще о ком говоришь? Может, у меня папа министр образования? По твоему поведению не видно, что твой папа министр образования. Девочки, все, не ссорьтесь. Давайте по местам садиться. Слушай, Паша, мне кажется, эту Настю нужно поставить на место. Я вообще-то на своем месте. Кстати, Паша, что задавали? Ничего не задавали. Паша, ничего не говори. А ты, Настя, имей в виду, что если еще раз ты пристанешь к Паше, я тебя за школу беру. И твой папочка тебе не поможет. Если хочешь встретиться возле школы, то я тебя подожду. Только учти, я 8-й год занимаюсь карате. Ого, что, правда? Да. Понятно. Нет, не надо мне ждать. Всем привет. Здравствуй, Настя. Как тебе нравится учиться в нашем классе? Нормально. Ботан, ты парты не перепутал? Да, но я просто решил поздороваться с нашей новенькой в классе. Может быть, ей трудно. Ничего мне не трудно. Ну хорошо, если что, просись ко мне. Ботан, если что, ты любишь меня. А что, Денис, вот вы с Настей идеальная пара. Ты умный, и она заучка. Аня, не лезь не в свое дело. И не сватай ботана, кому попало. Ну все, Дарина, успокойся. Ты тоже когда-то была новенькой, а Настя просто хочу помочь. Денис, я тебе сказала. Девочка, не помню, как тебя зовут. Я коротышками не интересуюсь. Вообще-то, меня зовут Дарина. Советую запомнить. А я не коротышка, я Денис. Но мне вообще-то не интересно. Паш, может, посмотришь в дневнике, что задали? Ну, окей. Паша, ты зачем мне помогаешь? Мы же договорились не помогать. А, никак не помогать, но она же новенькая. Так, задавали. Сейчас. Вот, смотри, если хочешь, переписывай. Спасибо, Паш. Спасибо, Паш. А голос какой противный. Всем привет. Здорово. Анька, привет. Отвали. Паша, здорово. О, новенькая, привет. У тебя все хорошо? Привет, все нормально. Дарина, ботан, привет. Ага, привет. А что вы такие кислые? Что случилось? Так, так, настроение кое-кто испортил. А у меня хорошее настроение. Денис, заткнись. А, понятно. Дарина со своей любовью поссорилась. Никого я не люблю. Просто Денис меня в последнее время бесит. Я просто поздравился с Томикой. Заткнись уже. Знаешь что? Дарина, твое поведение неподобающее для девушки. Почему ты всегда трогаешь этого коротышку? Спасибо, Настя. А я правда, Дарина, почему ты ко мне что-то пристаешь? Да фу, блин, меня зовут Дарина, а не Дарина. Фу, блин, помнишь, чтобы меня пересадили от тебя. Дарина, а ты не заметила, что когда кое-кто пришел в наш класс, все начали ругаться? Ты с Денисом и я с Пашей. Да, Паша? Нет, у нас все нормально. Ненормально у нас, Паша, ничего. Вот это у нас закрутилось, Санта-Барбара. Как по мне, Настя мне не мешает. Если она тебе ничем не мешает, так пусть тогда к тебе пересядет, а я сюда на место к Паше. А я ей не против. Мне не помешает умная и красивая соседка. Настя, садись ко мне. Нет, я буду сидеть здесь, с Пашей. Всем привет. Привет. Смотрю, тебе понравилось, раз ты второй раз пришла. Ну да, понравилось. Ну, может, тебе все странными показались? Я этого не говорила. Понятно. Слушай, Верка, ты не хочешь к Аньке сидеть? Может, я хочу с Настей сидеть? Ты вообще больной, что ли? Я буду сидеть здесь. Ну, ладно, ладно. Девочки, ну что вы такие злые? Я нормальная девчонка, могу в учебе вам помогать. Спасибо, не надо. Но тебе это точно не надо, тебе уже ничего не поможет. А вот Леве... Лере я бы помогла. Она нормальная девчонка. Мне? То есть ты считаешь меня... А, ну да, я нормальная девчонка. Можешь мне помочь? Помогай. Ой-ой-ой, понеслось. Подлизы же, подлизы одни. Ну знаешь, Аня, тебе же помощь не предлагали, потому что тебе уже ничего не поможет. Так же самое, как и Дарине. Правда, Настя?
Да, Лера, да. Лера, говори, да не заговаривайся. Быстро ты своих подружек позабыла. Интересно, на каких таких подруг? Которая меня на пацана променяла? Или так, с которой вообще никогда в жизни не дружила? Вот, наконец, у нас в классе появился нормальный человек, и я с ней буду дружить. Лера, ты смотри, чтоб потом не пожалела. Еще не ясно, кем она окажется, твоя новая подружка. И я тоже. А тебя, Паша, предупреждаю. Не списывай и ей не давай списывать. Так мне и списывать-то нечего, Ань. Зато у меня есть что списать. О, круто. Смотри, Настя, я тебя предупредила. И против биты каратэ тебе не поможет. Добрый день, дети. Здравствуйте. Смотрю, все на месте. И Настенька молодец, он уже к уроку готовится. Все остальные тоже достают, тетрадки готовятся. А помушенька, подойди, пожалуйста, ко мне. Мне нужно с тобой поговорить. Ну, ладно. Как это нет? Дочка директора. Можешь подумать своей головой. С кем нужно дружить? С Настей? Или с Аней, которая к чему тебя довела? К трубам. Забыл, где ты жил? Вам жива. А у Насти папа сможет тебе помочь потом и поступить куда нужно. Ну не знаю. Но... Ну что не знаю? Но они похвалил. Конфетку принес, цветочек принес. А с Аней вообще забудь. Все, садись, готовься к уроку. Итак. Что такое? Кто не достал? Все достали? Аня, почему до сих пор тетрадка не открыта? Валентина Ивановна, вы опять начинаете? Я ж по крайне постоянно. Посмотрите, Денис ничего не делает, Дарина ничего не пишет. Эта годка тоже вообще ничего не делает. И Дима так тем более. Почему я постоянно крайне? Я вообще дальше от вас сижу. Почему вы постоянно замечаете только меня, а весь класс вы тупо игнорируете? Аня, хватит с тетей привлекаться. Вообще она права. Ты постоянно на всех стрелки переводишь. Что? Да ты не офигел случайно? А ты забыл, как твоя тетя нас на другую дно, когда я беременна была? Забыл? Тетя была права, потому что ты сделала вид, что ты беременна. Ах, да? На! И вообще, вы мне постоянно жизнь портите со своими привлеканиями. Я ни в чем не виновата, поняли? Ненавижу вас. Что тебя, что тебя. Какая-то невменяемая. Да уж, невменяемая. Не общайся лучше с ней. Не буду. Дети, добрый день. Минутка вашего внимания. Здравствуйте. Знакомьтесь, это наша новая ученица Анастасия Курочкина. Всем здравствуйте. 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 Дети, ну что вы такие негостеприимные? Это доченька нашего любимого директора Ивана Ивановича. И он выбрал, чтобы Настенька училась в нашем классе, так как наш класс, детки, самый лучший. Это же правда. Анастасия, выбирай любое место, где ты захочешь, я тебя туда и пересажу. За первую парту.